без забот. 33-й день, мы тут словно тень, за едой не идем, но на Арбате поем. Максим читает рэп, Максим танцует степ, Вась-Васи щелкает пальцами, Катя, это моя любимая сестра. Катя красавица, Катя любит молодых мужиков, типа меня. Недавно печь у нас загорелась красным светом. Мы не знаем, что это. Может, там котлета, может, пачка бабла. Я попробую как-то открыть его. Ну, давай, раз печь горит. 3 секунды открывай. Ого, ребята! Что-то? Ребята, смотрите, что нам пришло. Что это? Ты что, не знаешь? Соль? Какая соль? В преддверии Нового года нам пришел снежок в пакете. Только этот снежок, мне кажется, непростой. А что это за снежок, Юрий? Он не тающий. Маленький обрезанный, внимание, пакетик, а закрученный... Запакованный скотчем. Скотчем, пришедший к нам в печь, видимо, из Стокгольма от Изольды Кац. Что в нем, мы не знаем. Мы не знаем. Есть, Максим, предположение, что в этом пакете. Так, стоп! Так только посылают либо марихуану, там типа, ну что-то такое. Что это такое? Говоришь? Ты как смеешь вообще такое не, говорить? Не, я просто... Как это может быть? Это явно у нас сахар кончился. Или порошок. Порошок стиральный. Стиральный порошок, хочешь сказать? Это миф? Ждали тебя весь день. Так, я это спрячу от Лини. Лучше Лини. Давай скорее. Детишки, ком, перевайс. Уже танцевать начал. Раньше просто не стал. А у вас сегодня весело. Так, ребят, давайте сейчас об этом поговорим. Так, это что за хрень? По консистенции это похоже на соль. Так. Похоже на соль. Но, с другой стороны, у нас же закончилась соль. Да, соль закончилась. И сахар закончился. Но это для сахара мало. Я боюсь это открывать. А вдруг это от Изольды Кац приманка? Мы же в России. Угу. Понимаешь, мы сейчас откроем, и что нам будет? А вдруг это подстава какая-нибудь, понимаешь? А вдруг мы сейчас откроем, а к нам этот приедет ОМОН? Тут, между прочим, 10 грамм, понимаешь? Поэтому я не хочу открывать. Заходи. Максим, сходи сюда. Прости, Макс. Слушай, Макс, у нас тебе предложение. Смотри, попробуй это и скажи, что будет. Не, я не хочу. Ты на вкус попробуй. А, на вкус? Фу, это соль обычная, блин. Вечер, ты помнишь, вьюга злилась. На мутном небе мгла носилась. А нынче погляди в окно. Под голубыми небесами, великолепными коврами, блестя на солнце в снег. Жизни, Катя, нет, ну, на с головою, если не с тобою, Катя, Катерина. Очень весело.
прошу только идти.